На встречу с главой Ленинского городского округа Алексеем Спасским в парке Опаренки собрались представители общественного совета видновских парков, спортсмены и активные жители. Основным вопросом стало обсуждение текущего благоустройства той части территории, которая расположена между проспектом Ленинского комсомола и 6-м микрорайоном. Востребованная очень история, особенно лесопарки, и губернатор очень большое внимание этому уделяет, и не просто уделяет, но он и как бы и требовательно спрашивает, и одновременно выделяет денежные средства на то, чтобы происходило. Вы знаете, что у нас сейчас еще одна территория благоустраивается за достаточно приличные деньги, много дискуссий, много встреч было. Директор видновских парков Моисей Шамаилов рассказал о том, как проходят масштабные работы, и представил собравшимся проект благоустройства. Строительство идет полным ходом. Объект планируется сдать в этом году. Спортивные площадки будут, детские площадки будут, большой модуль, вот он, где кафе и прокат. И комната матери и ребенка. Выход на ПЛК у нас есть. Затем перед собравшимися выступил председатель общественного совета парков Анатолий Дорожкин. Он выразил пожелание создать здесь дополнительные прогулочные зоны и места отдыха вдоль лыжероллерной трассы, чтобы спортсмены и прогуливающиеся жители не мешали друг другу. Концепция предусматривает 3-километровую пешеходную зону, чтобы люди, которые занимаются менее активным отдыхом, могли спокойно отдыхать. Востребованность зон отдыха растет вместе с количеством жителей округа. Участники встречи пообщались с главой и смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся обновления парков. Пошагово, вот как пример приводили, что тот парк, в котором мы сейчас находимся, он был сделан в 2021 году, вот сейчас в 2023 мы добавляем там чуть больше 20 миллионов для того, чтобы развить, усовершенствовать. По одной территории в год и дальше будем развивать. Подобные встречи продолжатся, чтобы держать общественность в курсе планов руководства муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.